чудище про коронавирус. В 2020-м чудище напало на нашу планету. Никакой пощады народу нету. Жрет он людей изнутри. От вируса жизнь вырывают врачи. Это просто какой-то садизм. Напасть напала на наш организм. Не дождались помощи от Бога. Надежда осталась, Надежда Мороза. Может, он отстрижет ковиду когти? Не дает нам даже собраться в гости. Плохо или хорошо мы раньше жили? Тех дней не вернуты военные силы. Послушайте, люди, я же живой! Значит, я брат ваш меньшой. Я вас обнимаю, ласкаю, а в меня вакцину вливают. Вот погостим еще немного и уйдем. Другую планету во Вселенной найдем. Говорят, пока он нас не сожрет, он никуда не уйдет. Так чтоб этого не случилось и в 22-м жизнь изменилась, придется коронавирус хорошо угостить, а потом вежливо попросить уйти. Без тебя у нас дочерта всякой твари. Давай, браток, отвали и больше к нам не приходи. Не нападай на нас с тыла, мы уже руки износили от мыла. Все, садимся на новогодний стол. Новый год пришел. С Новым годом, дорогие друзья! Жизнь продолжается. Берегите!